Всем привет! Сегодня будет интересное видео о том, как я не выиграла в IDO, а проиграла в IDO. Поскольку не все в этой жизни успех и успешный успех, иногда я тоже проигрываю, это нормально, набираюсь опыта. Хочу поделиться этим опытом. Недавно, всего лишь в начале 2021 года, Mass Network запустили новую функцию – ITO. Мы уже все слышали об IDO, ICO, IEO, и теперь есть новая фишка, такая как ITO. Появилась она в 2021 году, и это означает Initial Twitter Offering. То есть, простыми словами, это начальное предложение токенов, начальная продажа токенов посредством Твиттера. Да, вам не послышалось, именно посредством Твиттера. Дальше в видео вы посмотрите, как это все происходит наяву. Давайте еще пару слов, что такое ITO. ITO – это децентрализированная функция предложения актива на основе децентрализированного блокчейна сетевой инфраструктуры эфириума. И пользователи могут участвовать в запуске токена прямо в Твиттере. То, о чем я выше вам сказала. Методология участия в ITO, по сути, такая же, как и в IDO. Вам также нужно иметь эфир в вашем кошельке, чтобы расплатиться за газ, а выкупаете токены вы непосредственно за маски, то есть за валюту этого плагина Mask Network. Проект, который делал ITO на площадке Mask Network, называется ChainSwap. И дальше видео о том, как я поучаствовала, но неудачно. Поехали. Здесь мы можем увидеть предложение ChainSwap ITO, и один токен стоит 0.021 маск. Максимальный лимит 500 токенов, которые я могла выкупить. И 500 токенов у нас обходится, если мы нажмем кнопочку «Максимально», в размере 13 масков. Сверху можно увидеть, что распродажа еще не началась, not started. Переходим на CoinMarketCap и видим стоимость нашего Mass Network. Стоит он на данный момент $15.20, но когда я его покупала, он стоил $14.70. Для того, чтобы поучаствовать в ITO, вам в первую очередь нужно установить кошелек Mask на свой браузер. И вот здесь он у вас отображается рядом с MetaMask. Можете в него зайти, изменить свое имя, у вас будет отображаться история ваших транзакций с MetaMask, и также настроить разные функции. Перед самой продажей нужно обновить страничку. Где-то за минуту. На некоторых токен-сейлах нужно обновлять прям на старте продажи, на некоторых IDO-шках наоборот не нужно обновлять страницу. Проверяем, чтобы наш кошелек MetaMask был подключен, поскольку эфир будет списываться с нашего MetaMask, то есть транзакция будет проходить через MetaMask. Здесь также есть кнопочка Share, это поделиться, и ваш, если вы нажмете эту кнопочку, то этот твит появится у вас на страничке в Твиттере. И вот здесь несколько раз я обновляла страничку, потому что по времени сейл уже должен был начаться, но у меня не отображалось, что он начался, поэтому я думала, что нужно почаще пообновлять страничку, чтобы он появился. И на очередной раз у меня поменялся статус из not started на ongoing. Нажимаем кнопочку «Войти», соглашаемся с условиями, а здесь нажимаем кнопочку «Максимум». Максимум могли заплатить 10,5 масков, но я засомневалась и изменила вручную на 9,5, потом опять засомневалась и на 10,5, и вот здесь самая большая сложность была решить математическую задачку. Я не ожидала, что просто такое будет, поскольку это мое первое участие. Вот, и здесь то, на чем я потеряла достаточно много времени, это решение математической задачи и сомнения насчет токенов. Сколько же мне нужно ставить? Транзакция очень долго висела, я сразу поняла, что, скорее всего, свои токены я не получу. Здесь еще не видно отображение окна MetaMask, нужно было добавить больше газа. Я нажала автоматически на кнопку «Просто подтвердить», и моя транзакция не успела пройти. И еще одна из моих ошибок, которую я потом проанализировала, поняла, что я просто подключилась не той сети своего роутера, и у меня был очень слабый сигнал интернета. И вот почему у меня не подтягивалось все транзакции и не подтягивалось, когда я обновляла, что токен сейлс начался. И здесь написано, что если вы заберете свои 500 токенов, то вы счастливчик.
И когда я пришла на страничку проекта, здесь уже было написано, что out of stock. И я поняла, что моя транзакция, значит, зафейлится сейчас, поскольку уже токены раскупили. А у меня в окне показывает, что еще идет ожидание транзакции. Вот. Поэтому я не успела выкупить свои токены, спалила комиссию за газ. Но там было около 36 долларов, поэтому не так-то и много. Все, моя транзакция прошла, можно ее посмотреть на Этерскане, и оно выбивает ошибку 33 доллара, вернее 32-38. И можно посмотреть ошибку, что out of stock, то есть fail with error out of stock. Зафейлилась эта транзакция в связи с тем, что не было токенов, уже не было что выкупать. Очень долго шла, потому что маленький газ, плюс плохой интернет. Вот, но зато теперь я знаю, как участвовать в следующих ITO. И благодаря этому видео теперь и вы знаете, как участвовать в следующих ITO. Буду постить у себя в Telegram-группе. Подключайтесь, там видны все новости, куда я захожу, в какие проекты, когда будут. Пока!